Поселок в НИИСОК. Контейнерная площадка. При полупустых баках целая свалка рядом. Рейды по несанкционированным мусорным навалам продолжаются в Одинцовском округе. Сюда приезжают со всей округи, приезжают газели, грузовые машины, накидывают мусор просто за ночь. Конечно же, приезжают машины уборочные, убирают, никто не спорит. Вот только убирать эти завалы региональный оператор даже не успевает. Иногда доходит до абсурда. Мы убедились в этом прямо во время съемки сюжета. По словам местных жителей, вот такая груда мусора у нас. А почему же вы сюда выбрасываете мусор? Скажите, пожалуйста. А вы понимаете, что это штраф 5000 рублей? Нет, это я не знала. В следующий раз я его буду контейнеры пускать. У меня и отходов-то мало. И вот так бывает. А в ходе рейдов Чуприкова поймали злостного нарушителя, который выгрузил целую газель мусора. Откуда вы привезли этот строительный мусор? От домов? А почему вы его сюда загружаете? Вы же нарушаете закон, то, что вы сюда скидываете. Ну, он сам сюда скинул, он не я присадил. Кто вам сказал сюда скинуть? Видите, вот тут, дом живу. Забирайте этот мусор обратно. Строительные отходы пришлось собрать и увезти. Штрафы нарушителю миновать не удалось. В старом городке попались работники уличного кафе. А вот еще одна проблема. У СНТ округа заключаются договоры по факту, а вывозят мусор на ближайшие площадки, где и образуется перенакопление. Над данным вопросом сейчас работаем, подаем в специализированные службы все эти данные СНТ, которые таким способом поступают, и надеюсь, что в ближайшее время на них тоже будет положительное воздействие произведено, и мы не будем наблюдать уже то, что они свой мусор везут на муниципальные контейнерные площадки, за которыми закреплены другие контрагенты. Подобные рейды будут продолжаться. Избежать заслуженного наказания у нарушителей не получится. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».